Когда вы так вдохнете тяжко и склоните печальный взгляд, любой побьется об заклад, что вы без трех минут, монашка, при ваших только что словах про фрай Луиса я признаться подумала, что может статься у вас и впрямь живой монах. Таков мой жребий, несчастливый, и тут нечем мне пособить, и я лицом одно уродство. И говорю я наобум, тебе ли глупо оценить мои высокие порывы, когда у нас есть здравый ум и внутреннее благородство, нас уважает целый свет. Иные тонкие натуры на самом деле просто дуры, мудрящие себе во вред. С тех пор, как моего Камила Господь посвятил от меня, я только Господа храня. Взамен всего, что в сердце было, навеки верное вдовству, читаю, чтоб не ведать скуки, но не ища высот науки, себя ученой не зову. Но удаляясь от жизни шумной, как я, замкнется в тишине, тому достаточно вполне беседы с книгою разумной. Любая книга, умный друг, чуть утомит, она смолкает, она безмолвно поучает, с ней назидателен досуг. Кусив душой отраду чтения и благочестию предана, я навсегда ограждена от суеты воображения.